Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Подмосковья. Зима не сдается. В последние выходные марта весна почти пришла в столичный регион. 25 числа на метеостанции ВДНХ зафиксирована самая высокая температура в этом году – 6,3 градуса Цельсия выше нуля. В понедельник теплая весенняя погода еще продолжила радовать жителей Москвы и области, но во вторник зима снова вернулась. Метель, начавшаяся ранним утром, по прогнозам синоптиков, продолжится в течение суток. Со среды вместе с арктическим атмосферным циклоном опять вернутся и ночные морозы. В ранние утренние часы прогнозируется до минус 10, местами до минус 15. Дневная температура понизится до 0 градусов. Если верить прогнозам, то небольшие снегопады возможны и в начале апреля. Так что остается набраться терпения и ждать тепла.